Неизведанные планеты и звезды, фантастические летательные аппараты и портреты первого человека-покорителя космоса Юрия Гагарина. Эти работы вошли в экспозицию, которая развернулась в региональном центре развития образования. Все работы выполнены школьниками и их учителями в рамках конкурса художественного творчества «Космические дали», посвященного юбилею первого полета человека в космос. На своих рисунках ребята изобразили как полностью вымышленные планеты и галактики, так и вполне реалистичные, проведя немало времени за изучением космической темы в книгах и интернете. Для начала я решила, так сказать, покормить свои глаза и посмотрела картины других художников, которые тоже рисовали на эту тему. Потом уже набросала эскизы и по некоторым выбрала вот такую, так сказать, схему. Я рисовала эту планету по своей фантазии. Ну, то, что приходило в голову, я сразу изображал на холсте. В номинации «Фантастический пейзаж» Арсений стал призером. Также участникам было предложено изобразить реалистический космический пейзаж, космические корабли, покорители космоса. А преподаватели изобразительного искусства смогли принять участие в номинации «Космос без границ». Всего было прислано более сотни работ. Работы на высоком уровне, потому что у нас проводится много разных конкурсов художественного творчества, и год от года работы все качественнее и интереснее. И вот именно что в этих работах проявляется и творчество не только педагога, но и ребенка. И дети используют эти разные уже графические материалы, живописные материалы. Победителям и призерам выставки вручили небольшие подарки.